Наши конкуренты, они обгладывают наживку на дне. Вот эти почти успели съесть всю рыбу. А вот так вот выглядит наш основной конкурент, это бокоплав. Вот, он уже съел нам всю корюшку почти. Да, с таким хлопцем краба не половишь, надо сейчас вот эту лунку перебуривать. Паразиты. Вот, во-первых, это бокоплав, а вот это вот здоровое, это гигантское. Берем, мы честные жулики. Из трех, которых я... Самка. Вот видите, брюхо кругленькое. Посмотрите, лапку так и не разжала. Все. Размер маленький. Нет, это самочек что-то не вот. Видите, вот этот раз на самочек. Сплошник. Ну и не удержался я еще раз показать этих красавцев на камеру. Ну вот, клешни просто огромные, хорошие такие, жирные клешни. Размером, ну...